Элегантно и дерзко о вечном и повседневном. Они учатся жить в жестком мире и получать удовольствие от этого процесса, потому что заняли мягкую позицию в юбках шоу. В юбках шоу с Аллой и Элиной. Глубоко о поверхностном. Каждый четверг с 19:00 на радио ВТСУ и Микс ФМ. ВТСУ и Микс ФМ. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну что, в эфире, как всегда, по четвергам самое женственное шоу, самое женское шоу. И сегодня мы очень глубоко поговорим о интересной, да, очень-очень интересной теме сайта знакомств, да, насколько они эффективны. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии Элина и Алла. Конечно же, сегодняшний эфир не был бы возможен, если бы рядышком с нами не находился диджей Кастет. Ну что, я считаю, что это очень интересная тема, ты согласна? Очень актуальная на сегодняшний день. Она очень актуальная, но для меня она очень даже и сложная, потому что сайты знакомств, как оказалось, для меня непростая вещь. Я настолько привыкла знакомиться в реальной жизни и настолько скептически относилась к сайтам знакомств, что поняла, что не хочешь так заставить, не дома так, на радио знакомиться через интернет. Интересная формулировка. По поводу заставят, но мы сейчас все выясним. Я на самом деле-то, собственно, скажем так, для меня это не новинка. Я знаю, что такое сайты знакомств. Я зарегистрирована на сайтах знакомств. Я активный пользователь и активно знакомлюсь и общаюсь на сайтах знакомств. Я считаю, что на сегодняшний день это очень актуально. И на самом-то деле это действительно очень выручает, потому что у людей, особенно занятых людей, да, очень мало времени. Работа, дом, работа, дом, да. Ну, собственно, я такая же, да. Вот я такая же, и вот мне интересно стало по поводу времени. Мне оказалось, что у меня времени нет не только ходить на свидания, оказывается, отвечать на сообщения на сайтах знакомств. Так что я решила провести социальный эксперимент. Экспериментировать решила на себе и зарегистрировалась на 4 сайтах. Вот. В итоге сообщения постоянно идут. Мне приятно видеть, что там где-то есть 100 мужчин, которым я симпатична, но я так, по-моему, ни с кем даже не переписывалась за эту неделю. В принципе, у меня был такой же опыт еще несколько недель назад в группе ВКонтакте в Харьков знакомства тоже зарегистрироваться. Аналогичная получилась ситуация. Много с кем переписывалась, но ни на одну встречу так и не пошла. У меня постоянно были какие-то дела. И я понимаю, что дело не во времени. А вот в чем же интересно, Алла, давай об этом поговорим. Я, кстати, хочу сказать еще по поводу социальных сетей. Да, это тоже очень удобный способ познакомиться, да, не только сайты знакомств непосредственно, социальные сети, Инстаграм, Фейсбук. То есть, в принципе, ты тоже видишь человека, его жизнь видишь, да, и если тебе это интересно, комментарии, какие-то посты, то, соответственно, ты можешь попробовать познакомиться. Кстати, интересный момент. Буквально пару дней назад мне из Праги написал какой-то диджей, просто увидел мою фотографию и написал «Привет, как погода?» То есть я поняла, что даже... И ты ему сразу такая: «Погода?» На радио ВТСУ, да, и по всем областям Украины. Минус 10, да. Кстати, а вот скажи, пожалуйста, приличная девушка пишет парням после 22? 00. Ты имеешь в виду где? На сайтах знакомств или в социальных сетях? Почему же? Я могу и в час ночи ответить, если я не сплю. Так вот, вопрос был про приличных девушек. А что же ты хочешь сказать, что я неприличная? Вот я и хочу выяснить. Я, между прочим, очень приличная девушка, и я, между прочим, выяснила статистику, да, каким образом, ну, на сегодняшний день, какие самые популярные способы познакомиться. Статистика утверждает, что свою любовь через друзей находят около 24% пар, да, на работе 23%, да, достаточно интересный тоже момент, через интернет 20%, в баре, в клубе, в ресторане около 12%, да, людей, на улице 8%, очень маленький процент, ну, сегодня на улице это уже как-то отошедший способ какой-то. Увидела, надо на спине делать QR-код и на курточке. Я хочу сказать, что у меня есть знакомая, которая, ну, не близкая знакомая, я просто знаю эту женщину,
она не в Украине живет, она живет, если я не ошибаюсь, в Латвии. Она искала так себе мужа, она на машине на стекле сзади наклеила еще мужа, она вышла так замуж. Вот хотела как раз сказать, что по поводу времени на сайтах знакомств меня вдохновило, и мой скептицизм убрала мнение эксперта, кстати, Ярослава Самойлова, который сказал, что хорошие мужчины и женщины тусуются на сайтах знакомств. Да? Они там знакомятся, говорит, они там не живут и не переписываются в долгое количество времени. Они встретились, познакомились и пошли общаться вживую, согласна, узнавать абсолютно друг друга. И вот если использовать так этот инструмент, выходит, что статистика, ну, где-то 1/5 всех знакомств. При статистике разводов 80% приблизительно. Да. Он как бы просто инструмент. Да, на самом деле это в том числе одна из рекомендаций. Не затягивать переписку, потому что это бессмысленно. Это значит, что один из людей, которые общаются, да, это может быть мужчина, который не желает встречаться, или женщина, соответственно, они в принципе не желают идти на контакт, и это просто такой товарищ, который регулярно просто переписывается, да, и со всеми подряд, и совершенно не настроен на знакомство. То есть, если вы такое наблюдаете, да, это уже такой маленький лайфхак, сразу мы тогда занимаемся? Отписываемся. И совершенно там в бан отправляем. Но да? Если человеку есть время, столько времени проводить на сайтах знакомств, вопрос, когда же он работает? Это очень интересный вопрос, и мы об этом поговорим после замечательной музыки, поэтому сейчас время. Глубоко о поверхностном с Аллой и Элиной в юбках шоу. Добрый вечер еще раз. В юбках шоу рубрика «В 9 раз глубже» и самые глубокие советы о том, что стоит делать и чего не стоит делать на сайтах знакомств. Аллочка, давай начнем с тебя. Тут даже не так, что стоит, что не стоит, наверное. Действительно, это тоже. А скорее, наверное, как все-таки себя преподнести, да, так, чтобы зацепить внимание. Женщины, записывайте буквально, да. Естественно, если вы когда-либо регистрировались на сайтах знакомств, да, вы знаете, что там есть определенная форма для заполнения профиля. Вот, Элина, я думаю, что ты как раз с этим столкнулась, когда вынуждена была, да, зарегистрироваться. Да, столкнулась и воспользовалась советом, что не перегружайте информацию, ее все равно практически никто не читает. Несколько тезисов главных, чтобы было понятно, кто вы и чего вы ищете. Вот, скажем так, без огромных анкет. А я вот как раз хочу сказать, что если действительно серьезный человек, да, заходит и ищет серьезные отношения, то ему бы хотелось побольше узнать информации, потому что я, например, такая же, да, и мне хотелось бы действительно понять, что это за человек, узнать его любимые там фильмы, книги, любит ли он животных, там, где любит отдыхать, любимые города и так далее и тому подобное, для того, чтобы это понять. Кто это? Вот как раз по поводу серьезности тоже одна из рекомендаций. Хотите серьезных отношений, не выставляйте фотографии в бикини. И по поводу того, что тебе было бы интересно узнать, вот это как раз разница психики мужчины и женщины. Мужчина смотрит на картинки, а женщине интересно читать текст. Поэтому, мужчины, пожалуйста, заполняйте анкеты. А женщинам вот опять-таки рекомендуют где-то 4 фотографии, в которых будет приблизительно в полный рост и понятно, как она действительно выглядит в жизни. Да. Хорошего качества, желательно без селфи и без размытых там на старые мыльницы. Да, это действительно очень важный момент, чтобы не было там исключительно селфи. Действительно, это должны быть качественные фотографии, то есть желательно все-таки фотосессия, да, красивая, и в полный рост, потому что, опять же, если это фотосессия, то это действительно очень красивые будут фотографии, но помните, что они должны действительно отражать, быть более реалистичными. То есть, если вы потом в итоге встретитесь, и это не так, да, то есть, это вопрос очень. Напрягает. Какую фотографию тогда лучше предпочесть на первую аватарку? Та, на которой, возможно, самая-самая красивая, но подружки говорят, ой, ты тут такая красивая, я тебя прям не узнаю. Либо же фотографию, которая, может быть, не очень нравится девушке, но она действительно более или менее отображает ее, скажем так, реальность. Ну, вы знаете... Привлечь или потом отпугнуть? Вот, ну, в чем на самом приоритет? Деле, скажем так, все-таки ты правильно сказала с самого начала, что мужчины очень любят глазами, да, и для того, чтобы он зацепился за вас, это должна быть очень красивая, ну, красивая фотография, да. Но еще раз повторюсь, не используем фотошоп. Просто фотографируем себя сверху.
Вот опять же, дальше, когда вы начинаете заполнять свою анкеточку, да, свой профиль, у вас выскакивает там важный такой момент, да, там черты характера, цель знакомства, да, ну, цель знакомства обычно на сайтах таких предлагают уже какие-то варианты, да, брак, путешествия, отношения, секс, там, и так далее, и тому подобное, да, будьте честны. То есть, чего вы хотите действительно? Просто хорошего знакомства на какой-то короткий срок и попутешествовать, да, съездить куда-то на Бали отдохнуть. Или да? Просто сходить на свидание. Да. Вот, если действительно серьезные отношения, то, конечно же, так и отмечайте. Но вы должны понимать, что даже те люди, которые отмечают, что это брак и серьезные отношения, естественно, очень часто... Нужно быть готовым, что не все будут честны, это, так, да, как и вы. Да. Но я хочу сказать важный момент, что все-таки то, с чем вы приходите на сайт, и с какими мыслями, и действительно ли честно вы заполняете свой профиль, и действительно ли честно вы ищете партнера серьезного, действительно будет пространство посылать вам этих людей. Просто есть опыт по поводу этого, да, с какими мыслями ты приходишь, и кто притягивается и пишет. Чувствует ли мужчина на расстоянии через сайты знакомств комплексы девушки? Даже если их не видно по фотографиям. И вопрос еще один на зацепку. Гарантирует ли фотография с серьезным лицом впоследствии серьезные отношения? Вот честно скажу. Например, в моем профиле. Ты такая серьезная, я серьезно хочу за тебя детей. Нет ни одной серьезной фотографии, сразу говорю. Кстати, у нас, я напоминаю, что у вас есть возможность в специальной форме на сайте нашего любимого радио ВТСУ задать нам вопросы, да, в прямом эфире. Так вот, по поводу серьезности фотографий, все-таки мужчины любят позитивных женщин, да, поэтому не будьте слишком серьезны. Здесь не работодатели. Как сказала одна моя знакомая, девушка должна звучать в мажоре, чтобы от нее шла хорошая аура, и мужчины это считывают. Я думаю, что это и через интернет происходит. В юбках шоу с Аллой и Элиной. Они учатся получать удовольствие от жизни в жестком мире, заняв мягкую женскую позицию. Каждый четверг с 19.00 на радио ВТСУ элегантно и дерзко о вечном и повседневном. В юбках шоу. Рубрика «Шкурный интерес». Аллочка, какой у нас шкурный интерес на сайтах знакомств? Какой у нас шкурный интерес найти мужа? Все-таки мужа, не просто на свидание или в Таиланд, нет? Конечно. Но в данном случае я подразумеваю не то, чтобы вот прям в ЗАГС и поскакали, да, а я имею в виду своего мужчину. Ну, прекрасно будет, если он потом в итоге станет в статусе, да, окажется в статусе мужа. Поскачет. Да. В ЗАГС. Следом. Вот, но это совершенно, ну, как, по крайней мере, для меня это не принципиально. Собственно, я опыт имею как раз совершенно без ЗАГСа, поэтому я считаю, что это прекрасно, и на сегодняшний день на самом деле мы законодательно защищены. Угу. Я про гражданский брак говорю. Вот как замечательно. Вот мы с тобой наконец-то стали этот хороший и плохой полицейский, потому что я как раз за ЗАГС полностью, я как раз за ответственность, я за всю эту красоту, за то, что... О, да-да-да-да-да. Спасибо, Костя. Дело в том, что я считаю, я все равно за ЗАГС, за красоту и за ответственность. Ну вот, скажем так, я буду искать, наверное, себе просто любимого человека, который этим освидетельствует, скажем так, свои чувства и заботу обо мне. Для меня, ну, не штамп, а со мной, это просто, ну, как бы, ничего не значит, ну, пошли поставим, все равно же ничего не значит. Я не могу сказать, что я считаю, что штамп это не важно, да, и совершенно не нужно. Я считаю, что для многих женщин это действительно очень-очень важно, но я на этом не заморачиваюсь. Я считаю, что мужчина, если он любит свою женщину, он совершенно ответственен. Конечно, женится на ней. И без этого штампа. Конечно, в итоге он предложит, я так думаю. Я не единожды слышала. Давай поговорим о рейтингах знакомств, сайтов знакомств. Да, это очень серьезный момент, потому что на самом деле сайтов знакомств огромное количество, да. И какие же все-таки у нас в Украине, да, топ сайтов, на которые стоит обратить внимание, да?
Так вот, есть такой замечательный топ, да, есть статистика. Я сразу хочу сказать, что не настолько она объективна, но в целом вы можете воспользоваться. Статистика — это по количеству сообщений тебе с каждого сайта, да? Порядочных, приличных сообщений. Будьте готовы, если вы... Маркетинговые исследования стоят дорого обычно, обращайтесь. Имейте в виду, что зарегистрировавшись на сайте знакомств, вы должны быть готовы к определенному проценту негатива, который может все-таки на вас вылиться. Так вот, на сегодняшний день есть такие интересные сайты. Вот есть чисто украинский сайт, да, Love.ua, который позволяет познакомиться именно людям, которые проживают в Украине, да, в своем городе. Что вы можете, да, это вы можете общаться, то есть писать друг другу сообщения, вы можете улыбнуться, то есть смайлик поставить друг другу, да, и можете оценить фотографию, знаете, аукцион невиданной щедрости. Вот. При этом там интересный момент, что не нужно заполнять сложные анкеты, там они не очень большие. Вот. И правда, интерфейс настолько, скажем так, скудный. Он и скудный, и помимо всего прочего, он больше ощущение, что это не серьезный сайт знакомств, а так поставить лайк, улыбнуться и так далее. В чем вообще принципиальная разница между платными сайтами знакомств и бесплатными? Потому что девушкам тоже нужно решить, во-первых, готова ли она платить деньги за знакомство, или это унижает ее достоинство? В данном случае те сайты, о которых мы будем говорить, изначально регистрация на них бесплатна, но за дополнительные там приложения и сервисы какие-то, да, выход в топ, там какие-то VIP-статусы, вам придется заплатить практически на любом сайте знакомств, естественно. Подразумевается, что если вы готовы за это платить, то, соответственно, вы действительно серьезно настроены. Но я сразу хочу сказать, что это не всегда так. Ну, в моей позиции, когда мне кажется, что даже в кафе как бы девушка не достает кошелек, вот платить за сайт знакомств, ну, как бы это тяжело, ну, вот именно кстати, морально. Кстати, есть сайты знакомств, если говорить про зарубежные сайты знакомств, то есть сайты знакомств, где именно мужчины оплачивают в итоге общение, возможность переписки с этой женщиной, но это зарубежные сайты. К сожалению, просто девочки обычно, которые делают маникюр, зарабатывают тем, что отписывают за всех женщин за деньги на английском. Есть такая практика. Я слышу, что у нас зазвенели наши колокольчики. Вот в рубрике «Шкурный интерес» хотела бы пригласить наших слушательниц на концерт, который произойдет 15 марта в Бонгайвуд-баре. Это на Клочковской. Концерт будет хип-хоп плюс драм-н-бейс. Для девушек, которые скажут в юбках шоу, вход бесплатный. Класс. Вот. Так, за денежку 70 гривен, а так бесплатно. Это будет действительно интересное шоу, можно поврываться, послушать рэпчик и потанцевать от души. Неоновая вечеринка. Приходите. Ведущие тоже там будут. В юбках шоу с Аллой Илиной. С Аллой Илиной. Добрый вечер. Рубрика женского шоу без колокольчиков. Исключительно женские стучки. И сейчас небольшой лунный календарь. Рубрика, где мы обсуждаем психологию отношений, гороскопчики. Вот такие новости. Оказывается, нас ждет скоро новый год. И это будет восточный новый год по лунному календарю. Что важно, что потом можно все наши накопленные силы и знания воплотить после 18 числа, быть без умными, быть гениальными, делать абсолютно неимоверные вещи. Поэтому вперед, пожалуйста, если кто-то не успел хорошо отпраздновать и зарядиться 1 января, ну вот, пожалуйста, 18 марта. Да. Мне это очень подходит, мне это очень нравится. Я так понимаю, можно и загадывать желания. Желание вообще нужно загадывать каждый день. Говорят, что у девушки вообще должен быть список из 100 желаний. А что ты хочешь? Сейчас, подожди, я пролистну на пятой есть странице. Список из 120 желаний. У меня несколько списков из 100 в разных блокнотиках. Вот, ну у меня, я продолжаю просто. Я каждый день дописываю. Но я просто к чему, что вот такие вот дни, да, вот эти вот лунный Новый год, они очень мощные, сильные. Я понимаю, что загадывание желаний именно в такие дни, наверное, все-таки
все-таки... Это действительно, это не просто метафизика какая-то, потому что влияние Луны на все процессы на Земле, они очевидны, да, и непосредственно мы как огурец, да, на 80% из воды. Поэтому учитывать это нужно и прислушиваться, и строить, конечно, безумные планы замечательно. Кстати, на этой неделе можно было вот сойти с ума от любви, потому что там Венера была очень там активная, там то, что отвечало за разум, было очень пассивненькое. Вот интересно, кто может написать комментарий, у кого же что было? От любви. У меня как-то эта неделя была совершенно не в любви. Хотя нет, наверное, в любви. Как же, оставьте знакомств. Стоп. Ты же все время отвечаешь даже в эфире на сообщения. Зачем же ты раскрываешь тайны мои? Меня для этого сюда посадили. Пригласили. Конечно. Ну, в первую очередь, на самом деле, каждое утро я просыпаюсь в любви к себе. Это да, 100%. А я засыпаю, кстати, да, вот это вот ощущение, когда перевернулась на бочок, и такая нежность к тебе. Класс. Как хорошо. Кстати, впереди еще Новый год солнечный. Но это уже на следующей неделе мы поговорим об этом тоже, как ставить цели, планы, да. А этот Новый год тоже какой-то, наверное, обладает такой мощной силой солнца? Да. Конечно. Там будут совсем уже другие энергии, меньше безумства. Там будут, скорее всего, я, конечно, не астролог, но думаю, что там будет как раз про решительность, про новые начинания, скажем так. А сейчас можно позавершать еще все старые процессы. Вот перед как раз новеньким Новым годом это будет хорошо, так что если есть там почистить, например, раз... кого-то в черный список отправить. Да в бан сразу. Кстати, если вы зарегистрированы бан на сайт знакомств, мы уже говорили об этом, да, о том, что если вдруг вы ощущаете, что вам некомфортно переписываться с этим человеком, что он намекает на какие-то неприемлемые для вас вещи, да, и моменты. А не поедем ли мы послушать музыку к нам на дачу, да? За кого вы меня приняли, сударь? Или после месяца переписки. Ну вот мы же говорили, месяц это мало эффективно, а Стивен Кови не одобрил бы. Это очень много. Нужно уже, там уже нужно было давно расстаться, если до месяца переписок. Кстати, по поводу бана. Я себя поймала на том, что вот, кстати, вот сайт, который называется Баду, там можно, там они пишут, лайки все время ставят какие-то, ну, грубо говоря, там 100 человек есть, которые там, вы понравились там, и этих 10 страниц. Да. И я себя поймала на такой мысли, я поняла, в чем причина вообще, почему я не хожу ни на одни знакомства. Вместо того, чтобы выбирать тех, кто мне понравился, я тратила время на то, чтобы сначала отбраковать точно тех, кто не нравится. Вот в этом вот я, вот действительно социальное такое исследование, эксперимент на себе. В юбках шоу с Аллой Илиной. Добрый вечер, кулинарная рубрика нашего женского шоу, которая называется «Без яиц». И у меня такой интересный вопрос по поводу сайтов знакомств. Насколько важно для мужчин, что женщина указывает, любит ли она готовить или не любит ли она готовить на сайт? Возможно, не ищет кухарку. Я хочу сказать, что, между прочим, у меня огромное количество, у меня и друзья, которые в жизни, да, я их достаточно давно знаю, и даже если была переписка на сайтах знакомств, очень часто встречаются мужчины, которые сами очень любят готовить. И я хочу сказать, что, между прочим, это реально очень вкусно. Мало того, что это очень вкусно, это еще очень сексуально. Да, и вот мужская энергетика, да. Я вообще считаю, что, например, шашлык должен готовить исключительно мужчина. Ну, как вегетарианка, я могу сказать, что я вообще просто люблю, когда мужчины готовят. У меня очень много знакомых. Это вообще очень поваров, приятно, которые вот на кухне, они действительно вот, ну вот, они всю душу туда вкладывают, это смотрится неимоверно. Но как такая у меня старая, наверное, традиция, вот я считаю, что мне было бы приятно все-таки своему мужчине именно готовить. Вот даже если он повар, вот дома, для него вкусняшечки. Вот как будто бы это все равно исконно женская, вот как бы, скажем так, затея. Я уверена, что любому мужчине очень приятно, когда для него готовят его женщины. Да, и, наверное, это все-таки плюс, да, к тому, что женщина указывает, возможно, что очень любит готовить. Угу. Я уверена, что мужчина это оценит. Люблю, но не умею, да? Нет, наоборот, не умею, но люблю. Вот как раз для тех, кто любит и умеет, и любит, не умеет, очень легкий рецепт вкусняшечки Баунти. Нужна всего лишь одна баночка сгущенного молока. Немножечко всего кокосовой лишь стружки. Кстати, можно и натурального кокосика потереть, и это тоже очень вкусно получается. Можно добавить
сухого молочка, сахарной пудры, все это смешать, сделать батончики, вот просто такие же, как, ну, как бы по размеру, как вы любите. Два батончика, которые вы любите. Растопить на водяной баньке плиточку любимого шоколада, и потом эти батончики просто в этот шоколад окунуть, и на противень, который умащен, скажем так, пергаментной бумагой, выложить эти батончики в морозилочку. Все, через там полчасика у вас замечательный натуральный баунти без ГМО, глютената, натрия. Если вы таким покормите своего любимого, а если еще и с рук, то, вот говорят, по старой ведической традиции, женится мужчина ваш. Мужчина ваш. Ну, не забывайте, самое главное уточнить, любит ли он вообще сладкое. Для начала, возможно, для него самое главное процесс. Пиво, чипсы и футбол. Вот, кстати, да, бывает и такое. Печально. Ну, я, между прочим, считаю... Ну, а может быть, вот... Я, кстати, очень люблю футбол тоже. Готова рядышком пристроиться. И я думаю, футбол. Что он тоже готов рядышком пристроиться, когда смотрит футбол к пивом и чипсам. Я думаю, что в этом месте должен быть быстрый рецепт. Вот почему не так, как в прошлый раз, когда нашу рубрику перебили джинглом? А где этот спасатель джингл сейчас? Диджей Кастет. Глубоко о поверхностном с Аллой и Элиной в юбках шоу. Ну что, дорогие наши радиослушатели, да? Хотелось бы немножечко, наверное, подытожить все, о чем мы сегодня наговорили, да? И на самом-то деле хотелось бы, конечно, узнать мнение мужчин. Рубрика это называется «Без соплей». Да. Повзаимствована, конечно, одного известного жестко, семейного, да, психолога. И название его мужского клуба. Но мне кажется, как нельзя кстати. Вот. А как ты думаешь, зачем мужчины ходят реально на сайты знакомств? Ищут ли они действительно себе половинку или не ищут просто себе отношения на one night stand? Или возможно ли всех подвести под одну гребенку? И почему так много стрёмных там лиц? Вот по этому поводу я, наверное, я скажу, что почему так много стрёмных лиц, потому что это доступно, это удобно, можно, не видя другого человека, всего лишь по фотографии, да, ты видишь, и личного контакта нет, писать все, что угодно, поэтому стрёмные лица этим пользуются. Но сразу отвечу на вопрос по поводу того, зачем ходят мужчины. Мужчины ходят совершенно за разным, и за тем же, в том числе, зачем и женщины, потому что женщины ходят за разными вещами, да? Кто-то ищет брак, кто-то ищет секс на час, кто-то ищет просто попить чашечку кофе, кто-то просто попереписываться, решить какие-то свои психологические проблемы, да? Кстати, о психологических нюансах и аспектах слышала такое мнение, что вот как раз те люди, которые знакомятся на сайтах знакомств, и кто долго там зависает, ими как раз, особенно мужчинами, движет некий страх, потому что подойти к девушке, опять-таки, на улице или подойти на каком-то мероприятии, это достаточно страшно, потому что быть отвергнутым. А наши девушки, давайте будем говорить, вот у которых серьезные лица для серьезных отношений, никогда не поблагодарить мужчину даже за попытку или за непристойное предложение, которое уже можно обыграть как прямую за комплимент. И мужчинам достаточно неприятно получать такие грубые, ну, некрасивые отказы. Поэтому легче всего спрятаться за фотографией, да, и за перепиской долго, и даже не выходить на связь, потому что не нужно решать свои вопросы именно психологического характера. Но мне бы, конечно, хотелось бы общаться или узнать мнение действительно мужчины по поводу того, стоит ли регистрироваться на сайтах знакомств. У нас есть такой один мужчина. Он не против, в принципе, регистрации на сайтах знакомств, но сам не регистрировался. Зовут его Эд Попов. Это харьковский поэт. Он лирик и философ. Он холост. Знаю его лично, невероятно красив и обаятелен. Поэтому... Почему же он холост? Где он? Наверное, потому что он молод. Я думаю, что у него все впереди. Вот так вот он, что он считает. Он считает, что очень эффективно человеку свою жизнь превратить в сайт знакомств целиком. Для этого нужно быть активнее, ввязываться в любой движняк, постоянно развиваться, ходить на курсы, концерты, учиться танцам, подтягивать английский. Говорит, будешь знакомиться и выбирать. Вот такое мнение. Абсолютно с ним согласна, поэтому... Эда Попова, кстати, прекрасные стихи. Кроме того, что он просто приятный молодой человек, действительно...
активный участник развития вот города и вот поэзии, скажем так, нашей вот, в вот Украине. Я абсолютно с ним согласна. Тоже считаю, что если вы ведете активный образ жизни, ходите на различные мероприятия, да, не боитесь общаться с незнакомыми людьми на улице, в магазине, в очереди, в клубе ночном, да, то это действительно правильная фраза. Превратите свою жизнь в сайт знакомств. Да? Это не обязательно заходить в интернет, регистрироваться. Красивая аватарка. Вот, кстати. Ты настоящий, живой, такой, какой ты есть. И на самом деле все равно привлечешь того человека, которому это нравится. Девушки, улыбайтесь, когда вы ходите по улицам и на мероприятиях. И не смотрите под ноги, пожалуйста. А смотрите вперед и улыбайтесь. Я хочу сказать, кстати, по поводу улыбок. Каждое утро отмечаю это, что наши женщины утром едут на работу такие хмурые уже с утра, такие какие-то слишком серьезные. Я считаю, что улыбка, да, от женщины, во-первых, она подарит прекрасное настроение вокруг окружающим 100%. Людям. Они вернут это ей, и она сама приедет на работу просто в шикарном настроении. Девушки, улыбайтесь, женщины. Улыбайтесь, замедлите немножечко шаг, позвольте окружающим рассмотреть вас и самой понаслаждаться окружающим миром. По себе замечено, когда шла на работу, прогуливаясь и улыбаясь, мне махали из машин проезжающие, скажем так, водители, но это все бы ничего, но даже местные дворники начали здороваться со мной, ну, не в моем районе, каждое утро встречают меня на подходе, например, там, на работу. И вот этим настроением я заряжала их, а они заряжали меня, и это мне прекрасно. Кажется, уже не важно, это в интернете, на улице, в жизни достаточно улыбки и внимания окружающему миру и себе. Абсолютно согласна. Глубоко о поверхностном с Аллой и Элиной в юбках шоу. А мы завершаем наше радиошоу, посвященное сайтам знакомств. И хотим напоследок, конечно же, поговорить о безопасности. И несколько советов. Первый, например, прогугли тех, с кем знакомишься. Имеется в виду попробовать их найти, да, где-то. Ну, обычно на сайтах знакомств редко кто-то пишет и фамилию, и имя. Но если такое случилось, то, конечно же, кто-то может проговориться, где работает, да, там, да, пообщавшись, согласна, день-два перед тем, как идти на свидание. И, конечно же, о самих свиданиях несколько слов. Да, это очень важный момент. На сами свидания, конечно же, все-таки стоит ходить в светлое время суток и в людные места. И особенно очень важным моментом является женщина, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, в хорошем настроении, раскрепощенно, чтобы это было место знакомое вам, и не просто знакомое, а даже нравилось вам. Еще есть такой совет, чтобы побеспокоиться хотя бы о том, чтобы ваши друзья или родственники знали, куда вы идете. В лучшем случае даже оставить контакты молодого человека, с которым вы идете, и чтобы они всегда могли обратиться к вам и узнать, все ли хорошо. Позвонить в 10 вечера и напомнить, что, возможно, пора домой, не надо засиживаться. Ну и наверное, вот все-таки самое главное, идти на это первое свидание в хорошем настроении. С позитивом, с улыбкой, конечно же, да. И, девушки, тут такой, наверное, все-таки практичный совет. Не стройте очень больших иллюзий от первого свидания. Маленькие мы стройте. Ну, потому что не факт, что в жизни это тот мужчина, который был на фотографии и по переписке. Или что он проявится с первого свидания. Возможно, он будет ошеломлен вашей красотой и будет вести себя просто как минимум неуверенно, а на самом деле очень достойный человек. Кстати, поступил вопрос от мужчины. Брать ли подругу на первое свидание? Нет. Ну, смотря зачем вы... Смотря как вы хотите его закончить. Вот многозначительно подытожила Элина. Ну, давайте не забывать, что все свидания, у них самая главная цель – это получить удовольствие, провести хорошо время, и как и для нас, девушек, так и для мужчин. Поэтому мы идем туда не отбраковывать, не учить кого-то о жизни, а просто подарить друг другу радость и внимание. Поэтому, девчонки, да, девчонки, удачи вам и хорошего настроения.
элегантно и дерзко о вечном и повседневном. Они учатся жить в жестком мире и получать удовольствие от этого процесса, потому что заняли мягкую позицию в юбках шоу. В юбках шоу с Аллой и Элиной. Глубоко о поверхностном. Каждый четверг с 19:00 на радио ВТСУ и Микс ФМ. ВТСУ и Микс ФМ.